Сегодня в Кашхабском районе особое внимание уделяется поддержке агропромышленного комплекса. Одно из подтверждений тому – региональные и федеральные программы для начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. Уже на протяжении нескольких лет в районе работают эти программы, с каждым годом доказывая свою востребованность. Интерес к ним растет. Гранты получают лучшие из лучших, кто уже смог на деле продемонстрировать потенциал. На сегодняшний день грантовая поддержка – один из самых эффективных механизмов развития села. Благодаря этому создаются рабочие места, осуществляются регулярные выплаты в бюджет. Растут объемы производства мясной и молочной продукции. Как показала практика, абсолютное большинство хозяйств, получивших субсидии, работает рентабельно и успешно. Подтверждением тому являются хозяйства, о которых сейчас пойдет речь. Вчера их посетил министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов. В поездке его сопровождали глава района Заур Хамирзов и начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Рабочий визит министра начался с посещения птицефабрики «Ресурс». Здесь планируется выращивание в 20 корпусах родительских пар мясной птицы племенного стада. Период содержания от 0 до 140 дней. В настоящее время на ферме идет строительство 7 корпусов, в 13 корпусах производится реконструкция. Успешная реализация проекта позволит создать в районе дополнительно 64 рабочих мест. До 90% понесенных расходов мы по программе можем расходы взять на себя, если направить его в подведомственные Минсельхоза России ВУЗы. Ну вот Краснодарский аграрный ближайший. Поэтому если это, давайте как бы посмотрим. Мы заинтересованы, чтобы кадры местные по максимуму были. Вот вы будете набирать людей, вот чтобы максимально местные кадры, чтобы были здесь вовлечены. Для нас это вот очень такой важный момент. Ну, мы тоже заинтересованы в местных кадрах, потому что перевозки вот эти все, а тем более, как сейчас показала пандемия, с пропусками, это очень все это сложно, что если будут люди местные, то нам еще проще. Для социально-экономического развития района это предприятие будет иметь очень большое значение, отметил глава района Заур Хамирзов. Прежде всего, это трудоустройство жителей. Следующим объектом посещения стало ИП КФХ, руководителем которого является Нафисе Тхаркахова. Здесь идет строительство семейной животноводческой фермы по выращиванию высокопродуктивного скота молочного направления. В 2018 году в рамках реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм ИП главе КФХ Нафисе Тхаркаховой был предоставлен грант в размере 16,2 миллиона рублей. Софинансирование за счет собственных средств составило 10,8 миллиона рублей. Проектом предусматривается реконструкция и строительство объектов животноводческой фермы для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, приобретение КРС и сельскохозяйственной техники. На сегодня процент освоения денежных средств составил 65,25%. Проект планируется завершить в августе текущего года. Далее Анзаур Куанов посетил строящийся цех по убою и переработке мяса птицы мощностью 500 голов в час. В 2019 году в рамках реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм ИП глава КФХ Руслан Папов получил грант в размере 8,25 миллиона рублей. В ходе визита министр ознакомился с ходом строительства цеха, обсудил с главой КФХ проблемные вопросы и дальнейшие перспективы развития. Также в рамках поездки министр побывал в хозяйстве ИП глава КФХ Зураба Зехова, где полным ходом идет уборка зерновых культур. В процессе общения Анзаур Куанов подробно разъяснил предпринимателям все меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, рассказывал о новых инициативах и проектах Министерства сельского хозяйства региона, выслушивал просьбы и брал их, как говорится, на карандаш.